қалыпсың далай қолға дейд, қалғадай қашқа тиш, қашқандап күлді алып тұр, қашқандап жүйіп қалып тұр, батырлар жолдың болсын деп, Манас эти парупты, байкат бастан алмаңа. Поет Садыкбек Чомоев. Бессмертна песнь киргизского народа, эпос «Манас». Из века в век пронесли ее великие сказители прошлого, и только немногих мы сможем назвать по именам. Саякбай, Сагымбай, какими они были? Тыныбек, Балык, кем они были? Умер табунщик. Всю жизнь пас он лошадей среди нарынских гор. Время пронесло сказочной кобылицей Кубайтал. И вот последние бата. Прощальное благословение айльчан. Что остается от человека? Кто не думает об этом? А если не думает, то что он за человек? Как похоже это глиняное надгробие на детскую колыбель Бешик. Так замыкается круг. Что уходит вместе с человеком? Что вечно? Утро принесло жеребенка. Вот и забота помочь новой жизни. Добрый обычай приветить малыша топленым маслом, звуком колокольчика, чтобы не отбился от стойбища, строками Манаса, без которых у Садыкбека не обходится ни одно событие, большое или малое. Джомохчу называют сказителя эпоса. Джигач уста. Величает мастеров одним топором, творящих из куска дерева и чашу для кумыса, и бешик, и седло. Но аксакал Садыкбек, как его друг Абыкай, не джомокчу, не джигач уста. Он просто табунщик, джилкаче. А джилкаче, как он считает, должен уметь все. Что знает табунщик? Скажем, гириге. Гириге — это остов юрты. Целая наука — правильно рассчитать гириге. А сделать? А научить дерево быть гибким и стойким? Эту науку мастер Наамат перенял от отца. Отец от деда, дед от прадеда. До седьмого колена знает своих предков Садыкбек. Знает все, что знали и умели они. Жить люди хорошо стали. Муку в автолавках берут, мешками. Джаргалчак увидят, смеются,
ручная мельница. А ведь талкан из магазинной муки не сделаешь. Кирпичный дом на каждую стоянку не потянешь. Пусть в каждой семье будет теплый дом под шифером. Пусть всегда будет мука в автолавке, а в магазине ковры и паласы. Но пусть живет и древнее умение делать насечку жерного, знак хлеба. Джамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көбөйөт. От дождя земля зеленеет, от добрых пожеланий народ множится. Страдальцы ночи называли табунщика в старину. Все спят, а он охраняет табун, а значит и свой род. Он всегда был воином, богатырем, певцом. 75 лет Садыкбеку. Учитесь, молодые, пока есть у кого учиться. И жеребенка к матке подпустить, и скакуна вырастить. А ведь каков конь, таков и джигит. Ат эрдің қанаты, конь крылья молодца. Много примет, по которым народ судит о табунщике. Хотя бы джили, привязь. Чем длиннее джили, тем лучше хозяева. Тем обильней и вкусней у них кумыс. А ведь кобылье молоко даже в достатке, это еще не кумыс. Нужен сова. В бочке хороший кумыс не заквасишь. Что такое сова, стали забывать и в Аиле. Еще меньше людей, которые могут сделать его. Что же это будет за чайло, что за юрта табунщика, если в ней на видном месте не будет горделиво выситься соба, сосуд, в котором зреет кумыс? А что такое кумыс для табунщика? Нет, это не только свидетельство достатка, не только напиток, а тем более целебный. Это еще и знак уважения к тому, кто переступил порог твоей юрты. Это неспешная беседа и молчание перед долгой дорогой. Так все сплетается одно с другим. Как тонкие ремешки в крепкую уздечку. Как пряди конского волоса в крепкий аркан.
И все это табунщик. Его руки, глаза, его думы. В песнях о Манасе певцы славят не только подвиги героя, но и его верную Ханыкей, ее золотые руки. Что ж, жена табунщика заслуживает не меньшей похвалы, как и его дочери, его невестки. Семья табунщика многодетна. И каждому ребенку, когда он становится взрослым, мать стремится подарить свой ковер. Вот почему и в 20 веке еще можно увидеть в работе ткацкий станок Тюрмёк, которому, казалось бы, место только в историческом музее. Пусть украсится юрта узорчатой лентой тегерич. Пусть с памятью о матери унаследуют дети и мудрое искусство ее неутомимых рук. Даже опытные мастерицы не справятся с этой работой в одиночку. На помощь приходят соседи. И точно так же они собираются на праздники. Только тогда и может быть праздник, когда люди вместе. Сегодня праздник. Он называется Баланат Хамингизю. Это первый самостоятельный выезд юного человека. И первое напутствие ему старого табунщика. Скачите, милые, только смелее, только крепче держитесь в седле. Ведь вы, дети табунщиков, что не юрта, событие. И тоже праздничные, радостные обычаи, которые надо хранить, как узор Алагиза или Шердаха. Бишктой. День, когда ребенка кладут в колыбель.
Атаджурт. Отечество. Родные места. Здесь, в горах Икынарына, сходятся две ветви великой Киргизской реки. Здесь рождается Нарын. Это земля табунщиков и сказителей, чье призвание так часто и так счастливо уживается в одной душе. Что остается от человека? Да только то, что сберег он сам.